Добрый день, меня зовут Кузьмин Виталий Викторович, я кандидат в общественную палату города Краснознаменска. В этом городе живу 6 лет, он для меня родной. Здесь я школу закончил, начинал в спортивной школе Краснознаменска, ДЮСШ, закончил специализированную детскую спортивную школу Олимпийского резерва «Динамо» Москва. Был у меня профессиональный контракт со «Спартаком» футзал. Физотерапевт закончил со спортом, закончил Московский государственный строительный университет. Сейчас являюсь членом правления товарищества собственников жилья «Кедр». Ну, у нас в нашем городе это образцов, кадетные дома. Являюсь человеком верующим, поэтому любое действие, которое я делаю, делаю на совесть. У меня даже друзья спрашивают, для чего я туда иду. Ведь, как бы, скорее всего, там не так все будет радужно, как мне предполагалось. Но я человек, как бы, нацеленный. Если я решил делать до конца, да, то все-таки я дождусь окончания результатов. Если вдруг я все-таки пройду, значит, на это будет Божья воля, и надо будет заниматься чем-то в городе на совесть. А основными программами, насколько я понял, общественная палата единственный рычаг будет иметь – это гласность. Соответственно, я бы хотел сделать более широкий информационный портал для оповещения граждан о том, что чем занимается наша общественная палата, сделать, ну, если это будет такая возможность у других членов общественной палаты, сделать ежемесячные открытые собрания общественной палаты, соответственно, и обязательно полное оповещение стараний этой общественной палаты, и либо их тупик, и благодаря кому это происходит тупик, либо их решение, и благодаря кому происходит помощь в их решении. Также я хотел бы, ну, естественно, по роду своей жизни, какие-то приоритеты у меня есть, это развитие массового спорта, это развитие социальных программ, так как я являюсь многодетным, у меня двое сыновей, одна дочка, вот, ну и вот как мы занимаемся уже жилищным коммунальным хозяйством, соответственно, хотелось бы, чтобы наш город был по возможности более чистым, поэтому общественный контроль за этим вопросом тоже можно осуществить. Все, спасибо.